По данным Федеральной службы по труду и занятости, только 27% населения страны работает по своей специальности. Сегодня мы решили выяснить, кем работают челябинцы и соответствует ли их работа квалификации, указанной в дипломе. Учился на сети системы коммутации, работаю на гироскутерах в прокат. Экспертиза управления недвижимостью, но работаю не по специальности. Учился монтажным техникам, работаю монтажником. Да, я учился на рекламного специалиста, работаю в рекламе. Училась на факультете управления, работаю заместителем директора. Учился на юриста, работаю старшего оперуполномоченного. Управленец, работаю управляющей. Работаю, господи, продавцом, я сейчас терялась. А училась на бухгалтера. Я учился на инженер по автотранспорту, а работаю в коммерческой организации. Работаю заместителем декана по воспитательной работе биологического факультета. Учусь на магистратуре, получается, по направлению микробиологии. Ну, учился, не доучился я, вот, а работаю продавцом-консультантом. Учился на сварщике, работаю, соответственно, тоже сварщиком. Я в системе здравоохранения работаю. Слышать, да. Пермский фармацевтический институт. На повара-кондитера училась, с кассиром работаю. Училась дизайнером, сейчас работаю продавцом-консультантом. Учился на оператора электропогружных установок, работаю сварщиком. Более 70% россиян выбрали свою профессию самостоятельно. Такие данные приводит Роструд. Остальные же при выборе профессии руководствовались советами родителей или тестами профориентации. Хорошего вам дня!